У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Кацярына Гарадніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску. Глядзіце. Больш якасна і даўгавечна, і за меншыя сродкі. Новыя тэхналогіі укладкі дарог на Магілёўшчыне. Удзельнікі ад 18 гадоў да 70. Фестываль творчасці інвалідаў саюзнай дзяржавы ўпершыню сустракае Магілёў. 23 дарожна-транспартныя здарэнні за месяц, у якіх 3 чалавекі загінулі. Адзіны дзень бяспекі дарожнага руху правядуць 24 лістапада. А цяпер пра гэта і інша больш падрабязна. Новую тэхналогію укладкі дарог прэзентавалі ў Асіповічах. Яна дазваляе сэканоміць грошы, і пры гэтым аўтатрасы будуць больш даўгавечнымі і якаснымі. Гэты метад ужо скарысталі ў Мінску і Брэсце. Дайшла чарга і да Магілёўскай вобласці. Эта технология работает в различных климатических условиях, температурных условиях. Понятно, что сейчас это критическая температура. Нам надо хотя бы плюс 5 градусов. Гэта рэсайклер, машына для рэканструкцыі і стабілізацыі дарог. У хуткім часе такая тэхніка пачне шырока ўжывацца ў нашай вобласці. Іх перавага ў большай моцнасці і трываласці. Але галоўнае, тэхналогія павялічвае даўгавечнасць дарогі. Але ёсць і мінус. Падчас рамонту прыйдзецца закрыць участак шашы. Должно быть закрыто движение на определенный период времени, пока лаборатория не даст добро, пока не наберет прочность, это наше стабилизированное основание. Но это порядка недели, не менее. И в дальнейшем уже, как только ложится слой износа, открывается движение. Тем не менее, она пока не получила широкого распространения, но мы планируем ее широкое распространение, как минимум потому, что производство цемента у нас в государстве является достаточно такой приоритетной темой. Гэты і іншыя спосабы развіцця рэспубліканскіх і мясцовых дарог абмеркавалі на выязным пасяджэнні семінары. Упершыню ён прайшоў у аб'яднаным варыянце для дарожнікаў і прадстаўнікоў мясцовай улады. Стаіт вопрос о восстановлении і содержании сети местных дорог. Ну і в связи с этим все семинар этот, он будет содействовать сохранению и восстановлению сети местных дорог. Дар'я Сімянько, Александр Тарасов, «Навіны рэгіёна». А ў суботу 25 лістапада жыхары рэгіёна змогуць традыцыйна звярнуцца з пытаннямі да прадстаўнікоў улады. Прамыя тэлефонныя лініі пройдуць у Магілёве і Бабруйску і ва ўсіх райвыканкамах Магілёўшчыны. У Магілёўскім аблвыканкаме свае пытанні вы можаце задаць па тэмах развіцця прамысловасці, паліўна-энергетычнага комплексу і яго эфектыўнасці, звярнуць увагу ўлады да пытанняў канкурэнтаздольнасці прамысловай прадукцыі, а таксама да навуковай, тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці. Тэлефанаванне будзе прымаць намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Харытончык. Гарачая лінія будзе працаваць з 9 да 12 гадзін. Нумар тэлефона ў Магілёве 50 18 69. Магілёўскім гарвыканкаме разабрацца з вашымі зваротамі дапаможа намеснік старшыні Александр Вяракса. Нумар тэлефона для сувязі 42-21-02. І першы намеснік старшыні Бабруйскага гарвыканкама Алек Ковель будзе прымаць вашы пытанні па нумары 76-21-41 у Бабруйску. Чарговая трагедыя на пешаходным пераходзе ў Магілёве не прайшло і 2 тыдняў, калі на зебры па вуліцы Якубоўскага іншамарка насмерць збіла жанчыну, як падобная сітуацыя паўтарылася на вуліцы Сіманава. Пад колы аўтамабіля трапіў мужчына. Вадзіцель іншамаркі пакінуў месца здарэння, але ненадоўга. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, мужчына пераходзіў праезжую частку па зебры без светлафораў. У гэты момант ён трапіў пад колы іншамаркі. Кіроўца месца здарэння пакінуў. Оставіў свой аўтамабіль на дваровой тэрыторыі недалеко ад месца происшествия. Но сам всё-таки вернуўся на месца ДТП і прызнаўся ў садзеянным інспектару ГАІ. Вадзіцель патлумачыў, чаму пакінуў месца аварыі. Я не думаю, што... Что, не поняли, что совершили наезд? Нет. Я честно признаюсь, я ничего не вру. Я его на пешеходном переходе не увидел. Не понял, что.
Потерпелого забрали медики, але по дороге в больницу он помер. По факте гибели следственный комитет завел криминальную справу. Все лето в области, по информации ДАИ, за порушение правил проезда пешеходных переходов отбылось 43 дорожно-транспортных здарения. 3 человека загинули, 43 отримали травмы. Алиса Рыбалка, Сергей Карпяков, Виталь Вопсев, новини региона. И 24 листопада Держаутоинспекция проведет один день безопасности дорожного руху под девизом «Кожной машине зимовые шины». С початку снежня за наявностью сезонного автомобильного обутку Держаутоинспекторы будут сошить больше пильно. За удел у дорожном руху без зимовой гумы предугледжена административная отказность. Как правило, капризное надворье – это додатковый фактор небезпеки на дороге. Специалисты рают менять шины еще до наступления снежня. Коли устойливая плюсовая осеньская температура – это знак ехать на шиномонтаж. Причем необходимо обовязково вернуть увагу и на зношенность протектора. У один день безопасности дорожного руху инспекторы имкнутся в черговый раз нагадать правила. С этой метой, у приватности, яны так само наведуют организации и предприемства в области, которые имеют автомобильный парк. Ну а для тех, кто не поспел поставить зимовые шины на авто, надворье дает возможность сделать эту справу якостно и без спешки. У выходные крыху потеплее, у неделю по области дневные температуры будут доходить до плюс 7. Однако пильность гублять нельзя. У ближайшие сутки синоптики прогнозуют по области туман, по Могилеву ночью минус, а у день каля нуля. Без значных опадков. У вогуле такая картина надворья отповедая климатичной норме, тлумачить у облгидромете, бо по сутности еще осень. А пошне несколько год у листопаде назирается подобное надворье. Например, летость соправдный добрый снег выпал только 28 листопада. А у 2015-м снег показался только 31 листопада и уже 5 снежня растаял. У 2014-м опошний месяц в осени был без белого покрыва. Разом мы сможем более. Фестиваль творчества инвалидов союзной державы упершиню сустракая Могилев. На его приехали 120 самодейных артистов и майстров с Беларуси и 180 с России. Глядачам церемонию урочистых открытия форуму подарили соправдную творчую феерию. Тут, что не праца, сапраўдны твор мастацтва. И цудоўныя ўпрыгожванні з бісера, и картины з абрэзкаў тканіны. Вось, да прыкладу, композиция «Сям'я императора». Ляльки у такой теме представлены упершыню. У нас приехало всего 10 человек. Вот. Все приехали со своими талантами. Кто поет, кто пляжет, кто занимается бисерплетением, кто рисует красиво. Поэтому я вот мастер разговорного жанра. У меня очень много красивых стихов о любви, и хотелось бы донести женщинам красоту поэзии. Мы приехали со Смоленска, Кардымовский район. Работой я занимаюсь шерстью. Ни разу еще не ездила, первый раз выехала. 3 этапа конкурс был. Выбирали самых лучших. Мы даже не ожидали, что мы сюда попадем. Узрост удельников фесту от 18 годов есть и ты, кому за 70. Свои достижения удельники фесту демонстрируют у разных номинациях. Декоративная творчесть, вокал, хореография, бардовская песня, инструментальное мастерство. Мне очень приятно, что город Могилев именно стал столицей фестиваля творчества инвалидов. Разом мы сможем больше. Соправды мы можем сделать очень и очень много. У звороте державного секретаря союзной державы Рыгора Рапота, якое зачитали у часе урочистого открытия форуму. Подкреслено, фестиваль – знаковая подея у календары союзной державы. И он выконывает не только культурную, але и социальную функцию, бо дарить махчимость полновартостных взносинов. Фестиваль – это именно та площадка, которая позволяет им это сделать, лично увидеть друг друга, возможно, вполне обменяться какими-то мыслями о жизни, о судьбе, может быть, какие-то наладить контакты. До речи, удельники фестиваля организуют и выездные выступления у домах-интернатах Могилевской области. У субботу, 25 листопада, у концертной зале Могилев пройдет гала-концерт «Творчесть без межов». Кристина Каранкевич, Тетяна Сергеевич, Миколай Соболев, новини региона. Наши новины доступны на нашем сайте tvrmogilev.by. Долучайся и до наших групп во всех социальных сетках, а так само у Инстаграм и Телеграм. И Твиттер. А я с вами развитываюсь. До встречи.